Добрий вечір, шановні глядачі. Ми починаємо програму «Артпростір». І хочу почати з інформації про те, що 24 липня виповнилося 80 років з дня народження Миколи Федоровича Бережного. Активної, талановитої, неймовірної людини, яка здійснила неабиякий вплив на культурне життя нашого міста, нашої області і навіть, можна сказати, цілої країни, народний художник України і громадський діяч. І хто як краще розкаже про цю людину, як не його друзі? І я хочу привітати у нашій студії людей, що завітали до нас. Це Дмитро Буляков, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Добрий вечір. Добре. Тетяна Купцова, заслужений художник України. І Олег Приходько, заслужений діяч мистецтва України. Добрий вам вечір. Добре. Я думаю, що ми сьогодні добрим словом згадаємо прекрасну людину і той внесок, який він здійснив у розвиток культури нашого міста області. Ви з ними були знайомі дуже давно. Скільки років, Тетяна Михайлівна? Я була з ними знайома з 71-го року. В 70-му було прийнято рішення створення Союзу художників в Миколаєві. І от 71-го року ми приїхали, 17 февраля, Николай Федорович был уже здесь. И вот с этого времени мы и прошли весь этот путь. Длинный, интересный, очень интересный, тяжелый. Творчий. Разный, творческий, да. Ми поговоримо про нього надалі у програмі, але хотілося б, щоб і ваші колеги також сказали, згадали своє знайомство і, можливо, свої враження від нього. В 76-му году я молодой художник еще. Принес работы на предмет поступления в комбинат. И посмотрела комиссия, у меня пригласил творческую группу сразу. Была группа, посвященная 300-летию Первомайской, если не ошибаюсь, по годам. Я попал в группу эту, где были все николаевские художники, и я совершенно молодым никого не знал. И мы там вот это начали работать. Это первый мой практически симпозиум живописный. И вот там я как бы познакомился с Бережным. Это вот в двух словах, как начало было. Ну а после это целая жизнь. Николай Федорович Бережной — это яркая очень фигура и как бы выдающаяся личность, я считаю, даже в пределах СССР, Татьяна Михайловна сейчас уточнит, и Украины, естественно, в Николаеве. А я хочу ще запитати у Дмитра Леонідовича, так? Людина, про яку ми сьогодні говоримо, яку сьогодні згадуємо, беззмінно очолювала Миколаївський осередок спілки художників України. А зараз ви обіймаєте цю посаду. От що ви в своїй практиці використовуєте? Які засади, можливо, які настанови? Який досвід? Я його дуже мало на председательському місці застав. Но он-то очень жесткий был человек, когда добивался своей цели. А цели были у него только высокие. Как в искусстве, так и в повседневной жизни, в строительстве этого союза. И благодаря ему, мне так это и кажется, и так оно и есть, он поднял планку Николаевской организации очень высоко, и эта планка, ой, до сих пор в Киеве вспоминают про те годы, когда он управлял или керувал, да? И тех людей, которые при нем были, и соратники, и тех людей, которых он воспитал, или воспитал среда, которую он воспитывал в основном, и давал и критерии оценки, и направления. И там хоть и много было людей, которые не понимали и злились на эти вещи, но в конце-то концов приходили к тому пониманию, что он требовал, и если они выполнялись, то продвижение этих этих задач давало только положительные результаты.
Дякую вам. Он создал при его руководстве, мастерские построил. Это вот сейчас в Украине очень мало есть организаций, у которых весь список членов Союза художников имеет мастерские, которые раньше были положены по закону. Вот это такие... Такі спогади. Да, спогади. У мене є коротенька візитна картка. Я думаю, що для нашого глядача ми її покажемо, подивимося, а потім ви доповните цю коротку розповідь. Дивимося. Микола Бережний – український живописець та графік, народний художник України. Був одним із перших голів Миколаївського відділення Спілки художників України, основоположником мальовничих пленерів та творчих груп, а його роботи прикрашають кращі галереї світу. У роки його головування Союзом в Миколаївській області були створені унікальні об'єкти – дитяче містечко «Казка», єдиний в Україні музей суднобудування і флоту, пам'ятники і меморіальні комплекси. Була упорядкована виставкова діяльність та відкрився виставковий зал у будинку художників. Отже, у візитній картці йде мова про те, що був одним із перших голів Миколаївського відділення Спілки художників України, основоположник мальовничих пленерів та творчих груп. Його роботи відображають красу краю, є окрасою кращі галереї світу. Давайте продовжимо цю тематику, може згадаємо, як з'явилася ця людина в нашому місті. Так? Ви знаєте, мені би хотілося, щоб ми чітко представили собі, який був Коля. Вот, есть такой эпизод из нашего общежития. В смысле. Мы привезли работы зимой 72-го года. Николай Федорович только что стал председателем Союза. И наша машина, это был грузовичок дяди Вани, застряла в снегу. В Миколаеве? Нет, в Киев. Мы везли на выставку в Киеве, акварельную выставку. И уже все работы посмотрели. А наш грузовичок вот-вот-вот. В конце концов, он пришел. Народ, который сидел на выставкоме, обычно рассматривается очень много работ, устал. И какой там Николаев, которым 17 человек, представляют там 10 человек эти акварели. То есть люди уже разговаривают между собой, отвлекаются. Николай Федорович еще нет 35. Он в категории молодой художник. И вот ставим работы наши, уже на самом конце выставкома, на них просто не смотрят. Ну, никаких обвинений нет к этим людям. Они отработали честно, просто опоздали. Одни, Николай Федорович так посмотрел на это дело, резко встал. Вот я просто... Там имена сидящих в зале гремели. И Николаевский председатель, молодой, 35 лет, нет, он стоит и говорит, я прошу внимания, я представляю художников города, такое невнимание к этим работам, не допустим, прошли почти все, потому что настала полная тишина, а я тоже очень молодой художник в это время. Я была потрясена, как человек взял это на себя, как обратил внимание и как не позволил провалиться в нашей выставке. Понимаете? И вот он в этой решительности, он был очень часто способен вот на такие поступки. Вы знаете, говорят, что людина або творча, або ось такий керівник. Так? А тут, я, наскільки я знаю, що поєднувалися і творчі здібності, і такі засади керівника, і вміння поєднати навколо спільної справи людей. Це необхідність в Союзі художників, необхідність. Якщо керівник не художник, часто він не користується должним уваженням. Правда? Ну, руководство заводит не в творчество. Так. Я пробыл 15 лет председателем, и, в принципе, Николай Федорович, как бы, он яркий пример того, что чиновник и творец
Это, как вы говорите, несовместимые вещи и как бы самая плохая должность. Ну, я так не сказала, я трошки інакше сказала. Але я говорю, що дуже складно поєднувати або творча людина, або чиновник. Ну, я так, это одно и то же. Получается вот что, что все время, которое уходит на творчество, съедается вот этим вот необходимостью руководить организацией, в которых 60, там, вот когда я руководил, или там при нем, при Николае Федоровиче было там до 40 уже доходило, творцов. Творцы это что? Начало было 17. В начале было 17. Он блестяще с этим справлялся, он художник очень крупный, я считаю, серьезный и известный, знаменитый. У нас немножко его, как бы, вот эта должность съела его славу. Потом, когда он художника, когда он уже не был председателем, он постоянно, выезжали мы вместе в группы творческие, и всегда он был легкий на подъем, и сделал много работ, и в Крыму, и в Грушевке, он там Грушевку открыл, как место, где для творчества прекрасное, но если говорить о нем вот как о цельной личности, он был очень цельный. У него хорошая семья, хорошая жена, вот там Лариса, ему как бы вот повезло в этом отношении. Трое детей у него прекрасных, на мой взгляд. И, ну, в результате всего этого, я думаю, что Поляков, там Дмитрий Леонидович правильно сказал, что он был там жесткий. Но иначе ж ничего не сделаешь. Как бы не для творческой организации очень важно иметь базу, на основе которой можно работать. Он сделал выставочный зал, построил мастерские. У николаевских художников хорошая база была, так материально. Почему была? Она и зараз, одна из найкращих в Украине, до речи. И выставковый зал у нас, зала, одна из кращих. И до нас тут до сих пор выставляются и івано-франковці зараз приїдуть, і мариупольці, і кияни, і всі. І Львов. І Львів, так. Да. Справа в тому, що все це зробив Бережний. От так. А яку ви могли б виокремити, ну, на ваш погляд, найяскравішу от справу? От що особливо для вас? Он художник був хороший. У нього прекрасно, як ви лежать в мастерській. Точнее, лежали, вот я видел, когда последний раз я заходил. Пачка такая, что может покрыть прекрасно весь манеж московский. Но он их почему-то, я не знаю, он к ним относился, он перешел на пастель, на свою технологию исполнения произведения искусства, как он говорил, авторская. Акварели у него были чудесные. Они и сейчас есть. Татьяна Михайловна прекрасная акварелист сама, она не даст соврать. Не дайте. Знаете, дело в том, что Николай Федорович был в комиссии, акварельной комиссии всесоюзной. В Москве. Вот, в Москве. Эта комиссия сделала очень много, она сделала такой акварельный подвиг. Художники СССР ездили по всему Советскому Союзу. Акварельные группы проходили в 2 года раз. Это были Самарканд, это Камчатка, Байкал. Дальний Восток, Украина, Байкал. Вот весь Советский Союз, Мали, из Югославия. И вот это вот, и Коля там был абсолютно не последним лицом. Понимаете, он был вот тоже движителем вот в этом процессе, понимаете. А знаете, есть такая поговорка, не поговорка из стихов, да, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот чем больше до сих пор у нас мы имеем то, что было наработано благодаря Николаю Федоровичу, понимаете? А с чем вы назвали справою его життя? Вот, Татьяна Михайловна, правильно, значит, он что сделал? Он создал творческую организацию. Это самое, вот, главное. Это самое главное. Вот это самое главное, создал дух. Точнее, он ставил это во главу угла, и на всех собраниях, я еще помню, я не был членом Союза, молодой художник, это звучало как призыв к творцам. А благодаря тому, что были у нас в
как бы имена все были очень известны, звонкие, ну, в пределах Украины это точно. То поэтому и база поднялась уже материально, она стала серьезной. Как бы нам, ну, нам не стыдно в этом отношении ни перед любым городом Украины. Даже мы иногда и хвастаемся. Балюков правильно сказал, что все художники имеют мастерские, которые построил Бережной. Но создал это за счет своего творческого и какого-то личностного напора. И он был эпический человек. Вы знаете, он был легкий на подъем. Замечательная личность в Николае жила. Я не знаю, делился или нет, но есть идея создать, вот, я думаю, на уровне Украины создать какую-то награду в честь его имени. И говорилось председателям, еще будучи на своем месте, ну, в смысле, будучи сам председателем, говорил, значит, вроде бы они поддерживают эту идею, потому что замечательный был человек и замечательный художник и деятель. Ну от ще й засновник говорить свого напрямку діяльності. Нельзя розділити. Це ціле, розумієте, це ціле. У Кулі отнято, простите, що я так говорю, просто я очень давно його знаю, з нашого з юності. Малого возрасту, розумієте. У нас була лучшая молодежная организация. У нас, понимаете, все, что требовало вот, творчество, вот, все было под таким под хорошим крылом. Конечно, были удары, там, понимаете, ведь руководить организацией, в которой каждая личность, ну, неизбежно есть там, знаете, какие-то обиды, трения, шероховатости. Но что у нас было здорово, то, что никогда не было подлости. Вот такой подлости, да, как вот какие разборы в других организациях там и так далее. Вот, вот Коля умел как-то так и отругать, и погладить. Вот как-то увидеть все, что в человеке, который рядом с ним. Под его керівництвом створювалося чимало... Ну, зараз модно так говорити, арт-об'єктів у нашому місті. От давайте згадаємо такі найяскравіші пам'ятні місця, щоб наші молоді глядачі, от ми зараз для них говоримо, правда? Тому що старше покоління добре знає і пам'ятає і ім'я, і роботи. Ну, це музей флота. Перший музей, да, флота. Музей флота. Там от, просто уявіть Стешина, масштаб людини. Стешина, Озерного, треба вспомнити. Да. Тому що... Целая плеяда николаевских художников, ну, художники получили за музей Шевченковскую премию. Так, так. Ну, на то время Виктор Михайлович Семернев, Хлопинская была директором музея. То есть все это было под руководством Бережного. Да. А Николай Федорович себе не взял? Да. Понимаете? Очень вот замечательная так. Тема. Кто работал, да. Вот да. Тот получил, понимаете? А начальник, как у нас было всегда тогда, понимаете, первый начальник, потом остальные. А у Коли нет этой премии. Він керівник, то він просто скеровував, вважав, що він просто скеровував людей. Он это делал так легко в этом отношении, вот даже в строительстве мастерских и базы, что это считалось, что, ну, как бы я воспринимал, ну, так положено, вы понимаете, как... Здорово получалось. Но у него был творческий... Доробок, русское слово забыл, творческий не потенциал, а уже масса вот эта вот, на которую все как бы знали о ней. Работ очень много в музеях его, да. Он там сделал очень много для Николаева. Я думаю, что если бы Бережного не было... Ну, не був би він председателем, у нас було б все по-другому. Чого не було б? Його не було тут, в Миколаєві. Так. А чого б саме в Миколаєві не було? Нічого б не було. Уваження не було. Ні, не було б ні бази, не було б ні творчих виставок у нас. І в Києві ми виставляємося раз, там, 5 років, це обов'язково веземо туди, приходять київляни. Не було б цих творчих груп. Не було б отношення... к миру такое у творцов. Ну, художники – это яркие личности, все же разные.
ими керувати ну, это нельзя. Это преступление, по-моему. И, ну так это, я думаю, что у него все получилось. Зоопарк. Добавляю. Дитяче містечко сказка. Сказка, да. Сказка. Работы было. Ну, вы даже когда-то и не любили за это, да? Корабли. Это невозможно. Вот, понимаешь, да. Все время дергают куда-то, что-то. А тебе надо с мастерской сидеть. Мы могли думать, говорить о творчестве в то время. Больше, чем сейчас, понимаете? Я, готуючись до ефіру, от знайшла вислів. І хотіла просто зачитати його, а у вас запитати, щоб ви мені пояснили. Як можна зараз уже подивитися і розшифрувати ці слова? Художник у своїх акварелях, пастелях, малюнках не відтворює світ, а реконструює його заново. Так говорив свого часу Микола Федорович Бережний. Я з одного інтерв'ю взяла. Зазвичай світ у художнику, говорять, що художники відтворюють світ у картинах, а він говорить ні. Тому це глибокі філософські вопрос, категорії. На отдельну вообще петелю. От мене це також вразило. Знаєте, я чуть-чуть попытаюсь ответить на цей вопрос. Знаєте, дуже простой вещь. Понимаете, мы художника немножко как-то отделяем от чего-то, но с другой стороны, давайте посмотрим наш мир, человеческий мир. Не природа, в которой мы живем, а мир человека нарисован полностью. Он нарисован полностью. От ботинка, украшения, пола, потолка и так далее. И, естественно, художник создает этот мир, понимаете? Он создает этот мир. И в жанровой картине, и в любой картине, и в любом деле он создает, как это будет, как это придет снова. Вот снова придет в этот мир. Вот мир человека. А який світ у своїх картинах, у своїх творах, у своїх роботах відтворював, створював художник Бережний? Знаєте, немножко, ну, лірика така относительна у нього була, правда? Ні, ну, почему? Реалістичний, казковий, дуже зібраний, дуже продуманий, даже где-то лаконічний, да? У нього було вот отношение к миру широкое, типа, и он сам был большой человек, он никогда не был мелочный, типа, не жадный, мягко говоря, вы понимаете, он всегда был широкий в этом, и такое же отношение было у него и к пейзажу, он любил пейзаж, и, в принципе, последняя работа, все связано с пейзажем, Грушевка, Крым, там, какие-то, ну, он всю жизнь занимался, он портреты как бы не писал. Ну, дело индустриальная тема. Да. Это, знаете, такой конструктивный, конструктивизм был в работах. Это очень сложно. Ну, я знаю, глубокие что... вопросы, знаете. С отбором у него было. Ну, знаете, как художник. Художник, как и человек любой, берет то, что ближе к нему. Очень, есть большой принцип творчества. Возьми свое, чужого не грамма. Все, ты состоялся. Потому что... Но свое надо иметь. Если его у тебя нет, воспитай его, прислушайся к себе в глубокой тишине. Тогда ты можешь и состоишься. Мы как, знаете, как, ну не хочу этих вспоминать, бежим все в одну сторону. И так хорошо нам бежать вместе. А надо расходиться, знаете, кто-то остановился. Своей дорогой. Ну да, если все идут туда, иди в другую сторону. Думай, значит... Поэтому он был как-то у каждого, знаете, в самостоятельности есть смысловая твоя, в твоей, и поступки, и все. У него это было. Он был герой своего времени и человек поступка, то есть решительный. И все это вот и в пейзаже, в работах его. Бережного узнаваем хорошо. Я заехал недавно на базу нашего творчества в Очакове. Вот база творчества, да, построили. Да, база творчества в Очакове построили. Заехали с художником Зинченко Володя, есть такой в Украине, народный тоже художник Украины. Зашли в домик, и раз и Бережной висит. Ну, видимо, рассчитывался там за отдых. А Володя говорит, слушай,
Серебряжного, и знаешь, такая приятная фраза у него была, говорит, как я его люблю, ну, Колю, его творчество в этом отношении. Ну, он был художником своего времени, искусство развивается, но не стоит на месте. Это... Вас можно слухать целый вечер. Да, все, у нас залишається всего, ну, буквально 1-2 хвилинки до завершення. Непомітно взагалі час пролітає, коли говоримо і згадуємо достойну людину. Але ми не сказали ще про виставку, яка відкривається наприкінці липня і присвячена саме Миколі Бережному. Да, 27 июля буде відкриття виставки художественного Бережного Миколи Федоровича, собраний. Мы в музее у Рослякова взяли 13 работ, взяли 3 работы в краеведческом музее, дети оформили около 30 работ. Ну, а пока на наш зал хватит, потому что там очень хорошие, вот, что ранние акварели его, те, которые почти не выставляются, вот, будут представлены в зале. Средний период и, когда он уже болел, там тоже будут работы, которые очень, ну, из другого мира, но очень красивые. Запросить городян, да, на выставку. И мы приглашаем всех жителей города Николаева почтить память этого человека, прийти на выставку и получить удовольствие от его работ. Так что 27 числа в 16 часов. Где самое? Проспект Ленина, проспект Центральный, 96. Я дякую вам за цей чудовий вечір, за приємні спогади, за неймовірно цікаві розповіді. І я також приєднуюсь до запрошень городян на цю виставку. Завітайте, зануртесь у неймовірно прекрасний світ Миколи Бережного. Я ж прощаюся з вами. До наступних зустрічей в ефірі.